Все меньше времени остается до главного праздника года. Самое время позаботиться о предстоящих тратах. Как порадовать себя и близких, но при этом не считать каждую копейку. Выход подсказывают представители финансовой сферы. 12 и 13 декабря в офисах Восточного банка можно будет оформить до 300 тысяч рублей по праздничной ставке от 9,9% годовых. В эти дни можно будет успеть к нам даже после работы. Двери офиса будут открыты до последнего клиента. С волшебными условиями можно почувствовать себя настоящим Дедом Морозом, ведь под елку можно положить абсолютно любой подарок. Средства можно расходовать на любые цели. Украшения, гаджеты, бытовая техника и даже поездка в отпуск. Подробную консультацию можно будет также получить 12 и 13 декабря. Время дарить подарки, и по-настоящему ценными они будут с волшебными предложениями от Банка Восточный.